Поисковые работы завершены. Оперативной группой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области обнаружено воздушное судно, связь с которым была утеряна сегодня утром. Самолет найден в лесном массиве Зайцовского района города Новосибирска в 14 часов по местному времени. Всего к поисковым работам было привлечено 40 человек, 15 единиц техники, в том числе 3 плавсредства и 2 вертолета от Сибирского авиационно-поисково-спасательного центра. Район поиска был скорректирован благодаря сведениям от очевидцев.